Вы готовы, друзья? Смотрите. Вот это размер. Япона, мам. Это фантастика. Это просто рекорд из рекордов. Из всех, которые только бывают. Это просто фантастика. Думаете, этот гриб не особо большой? Тогда посмотрите по сравнению с рукой. Вы видали? Это просто рекордный гриб. Смотрите, какой у него размер. Это просто... Смотрите, он весь шевелится. Это гигантище. И называется этот гриб Спарасис курчавый. Гриб-баран. О, друзья, в прошлом году я выкладывал фильм про этот грибочек. Если вы не видели, вот посмотрите справа в уголочке. Я этот гриб давно уже собираю в этом месте. Уже больше 10 лет, с 2008 года. 12 лет уже собираю. И он почти каждый год здесь вырастает. Но вот таких размеров он не был никогда. Самый большой был до этого первый раз, когда я его нашел, в 2008 году. Или даже раньше это было. Нет, 2008, да. И он был размером с мою голову. Но на этот раз он больше. Смотрите, какой красавчик вообще. Какая у него структура интересная. Внутри он как цветная капуста. У него один корень. И потом он расходится в разные стороны. Веточки. И получается вот такой вот гриб. Хотя здесь, может быть, он... Да нет, это один гриб. Видите, смотрите. Я его шатаю, и он весь шатается. Видите? Фантастика. Сейчас я вам покажу размер по сравнению с моей головой. И это просто чудо. Смотрите, какой у него размер. Это фантастика. Чудеса. Запах классный. Знаете, чем пахнет? Ролтон ели. Доширак, короче. Похожий запах. Только гораздо приятнее, конечно. Ну, размерище вообще. Это просто рекорд из рекордов. Я не знаю, больше грибов, мне кажется, я в интернете не видел. Есть только Лангермания гигантская еще большая бывает. Вот я что еще мечтаю найти. Ну, от этого гриба я тоже счастлив просто вообще, друзья. Просто фантастика вообще. Таких грибов никогда не выходил. Вот оно, на счастье, друзья. Ставьте лайки. Это просто супер. Это должны увидеть все, друзья. Такой гриб. Это просто... бомба. И он занесен в Красную книгу. А я его собираю уже 12 лет. И он здесь так и вырастает. Но, конечно, друзья, если вы найдете такой грибок, лучше, конечно, не брать. Пускай он раскидывает свои споры и размножается, чтобы его было побольше. Потому что он растет, этот грибок, на уже возрастных соснах. Он как паразит считается. И паразитирует на корнях этой сосны. Вот. А таких лесов у нас осталось мало, к сожалению. Вот. Потому что в основном леса у нас вырубают сосновые, сажают посадки, сосны молодые, и там уже особо не растет этот гриб. А он растет на возрастных. И поэтому он редкий. Если бы лес оставался бы, то он
у этого гриба было бы много. Так что я, наверное, отщипну кусочек маленький на пробу. Мы сегодня с вами попробуем этот грибочек на вкус. И посмотрим, что получится. Чего там, папа? Чего? Хорошо, что мы в лес приехали. Сколько не были-то здесь, да? Я вот несколько лет назад в этом лесу эти кудри потерял. В этом лесу как раз вот. Посмотреть можно. И оба-на. Вот они. Вот они, мои кудри-то. Здесь? Да, вот. Ё-моё. Нашел. О, нашлись. Год спустя, да? Великолепно. Надо примерить, по-моему, больше стали. Это спарасис, как мы любим. Да. А мне кажется, они есть? Рулеточки подросли даже эти. Рулеточка-то у нас была? Да. Ну-ка. Надо замерить размерчик кудри-то. Кудри. В студию. Так. Что там получается-то? Это какие-то дециметры, километры. Сейчас, так. Ровно поставили. 60. 60 на 50. Вот сантиметров. Это да. Ты что, не удастся съесть, он на сковородку не умещается. Да. Пусть растет. Друзья, решили мы, короче, этот грибочек оставить. Может, он еще вырастет. Да вообще супер рекордных размеров. Так что мы его замерили. Вы видели, да? 60 на 50 сантиметров у него размер. И посмотрим, какой он будет. А по высоте-то попал. Не померили. Ну-ка. Высота. 22. Все, друзья, оставляем этот грибочек. И посмотрим, какой он вырастет. Какие у Папана будут кудри большие. Это мне на я зиму. Думаю, хватит, да? На зиму обязательно. Я замерзну. Если уши и плечи обмотаю. Все, друзья, оставляем и ждем. Я думаю, поедем дня через 4, посмотрим, какой будет. Сегодня, кстати, какой сегодня число? Кто знает, так, первое, второе, третье сентября, друзья. 2020 год. Все, вот он размерчик. Засекаем. Вот, друзья, я снова приехал на это место. Сегодня 6 сентября 2020 года. И вот грибок. Вот это гигант. Обалдеть, друзья. Это рекорд. Это самый большой гриб в России, наверное. Фантастика. Все, он огромный. Он уже, кстати, засыхает. И размеры его не изменились. Он так и остался. Так вот 60 сантиметров. Так 50. Ах. Фантастика вообще. Все-таки я думаю, сейчас я этот грибочек срежу, и мы его взвесим. Сколько же он весит, интересно. Давайте посмотрим. В общем, друзья, я попытался его срезать. У него корень глубже. Вот еще ветвь. Он как капуста, брокколи. Смотрите, снизу какой. Но он уже все, он уже кидает споры. Плодоносит. Сейчас я его завешу. Вот это кабанчик. Просто огромный. О, какой. Ну все, друзья, давайте взвесим тебе этот грибочек. О, 3 400. Фантастика. Вот это вес. Вот это грибок. Рекорд из рекордов. Все, друзья, я вернул гриб на свое место. Вот он. Пускай дальше раскидывает свои споры и приносит еще потомство, чтобы мы
и дальше нашли таких больших красавцев вообще. Друзья, я счастлив вообще. Это просто рекорд из рекордов. Ставьте лайки, друзья. Супер. Самый большой гриб. Я не знаю, где еще больше, я не видел. Фантастика. Он еще и тяжелый. Хотя он уже подсыхает. Обалдеть вообще. А если он был бы молодой? Ну, наверное, был поменьше бы, да? Но все равно, это просто фантастика, это рекорд. Друзья, подписывайтесь на канал, еще будет много интересного всего. Еще вся зима впереди, следующий год. Я думаю, еще будут грибочки и в этом году. Пособираем, может, рекордный белый найдем. Это будет вообще бомба. Ну все, друзья, до новых встреч. С вами был Грибоискатель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Это фантастика просто.